Работает, он движется только по ветру, то есть он может регулировать только вверх и вниз. Также он объяснил, что есть воздушные шары на другой системе топлива, которые могут летать более длительное время. Этот шарик может только 1,5 часа лететь, потому что иначе этот кислород у него, кислород, бензин решат. Газ у него закончится иначе. А кислород закончится у нас. Мне тяжело держать камеру очень, потому что шарик шатается.